Танер, ты... Танер? Танер. Ау. Я все никак не пойму. Да? Тогда добавь это ко всему тому бреду, что обычно с тобой творится. Погоди-ка. Джерика ведь классический гангстер, так? В смысле? Он не массовый убийца. Брось, он полгорода взорвет, лишь бы доллар достать из помойки. Да я не о том. И о чем же ты говоришь? Месть требует деньги, но не приносит их. Зачем ты все так усложняешь? Просто нелогично. Ну, так объясни мне. Ну, не могу. Брось, я слушаю. Слушай, что? Это не... Извини, я не дослышал твоих гениальных объяснений. Эй, не будь идиотом. О, я идиот, очень приятно. А, так, черт так. Возьми, Джонс, я... Что ну, было, Джон? Что если было? Если бы это было просто, и я что бы... тогда? Я очень хочу это услышать. Его. Ты бред несешь, Джон, как чокнутый да, старый... вот так. Джонс. Что за черт? Ё-моё. Джонс, весь город застыл. Черт, я таки рехнулся. В конец рехнулся. Скорая помощь. Движется только она. Мне так тяжело. Я устал. Мне надо найти выход, очнуться от кошмара. Надо сосредоточиться. Удержаться за скорой и посмотрим, куда она меня привезет. Ох, когда я преследую скорую, это след. Это как прилив крови. Черт, я стал медленнее. Ты справишься, Джо. Только держись. Черт! Продираться через идущие машины — это непросто. Это полный бред какой-то. Ты от меня не отвяжешься, ясно? О, боже! Это еще что такое? Да что это со мной? Черт, Рикки, да этот парень истекает кровью. О! Да это все меняет. Ну что, урод, теперь попробуй убрать. Отлично, я опять в игре. Если уйти со следа, так холодно!
я не свихнусь, я не... Должно быть какое-то объяснение этому всему. Ты бред несешь, Джон, как чокнутый старый осел. Полный вынос мозга. Что с тобой такое, черт возьми? Вот еще один бред, который можешь внести в свой список, Джонс. Приехали. Я тебя совсем не понимаю. Между тем, как я щелкнул пальцами, ты ведь слышал, я был черти где. На каких-то смертельных гонках. В каком-то безумном варианте Сан-Франциско. Ага. Я понял, Джон. Я серьезно. Черт, Джон, ты то ли прикалываешься, то ли хочешь меня напугать, не пойму. Я серьезно. Послушай, чувак, все в порядке. Что бы там ни было, мы с этим справимся. Да, спасибо за помощь. Нет, Джон, я не шучу, ты справишься. Я знаю, что ты меня слышишь и что все будет в порядке. Что? Поехали. Эй, Таннер, ну скажи. Мне нечего сказать. Да брось! То, что там случилось, тебя напугало. Напугало тебя, несмотря на все твои выкрутасы. Так представь, как я сдрейфил. А если я спятил, Джонс? И все в моей голове. И что? Тебя только это парит? Вся разница между тобой нормальным и чокнутым в том, что ты едешь чуток быстрее. Погнали. Поймаем этого засранца. Да, садись. Помолчи, дорогая. Я хочу тебе... Как тебе эти туфли? Мне что-то не очень. Отличные. А теперь убери ноги с торпеды и схватись за что-нибудь.
Пристегнитесь-ка лучше. Делайте все, что только можете. Если я опоздаю на поезд, мне крышка.
Thank you.
Тебе нравится эта работа? Она приносит деньги и избавляет меня от проблем. Тогда мне очень жаль. Ерунда!